Я вам дальше сейчас расскажу, да. Значит, у нас И.О. Мутков осужден по административной статье за экстремизм. Это Мутков. Мутков. Не Гудков, ты сказал Гудков. Мутков, я сказала. Я слышал Гудков. Мутков это исполняющий обязанности директора ГБУ «Жилищник». Осужден за экстремизм. По экстремистской статье. На личном приеме. На 10 тысяч рублей. Он под камеру. Судебно есть. На личном приеме заявил, что он не берет на работу русских граждан, потому что они не любят работать. Это был скандал на всю Россию. Вот. А он берет иностранных граждан, потому что они любят работать. Вот. Видеофиксации. Мы добились через Следственный комитет, чтобы возбудили хоть что-то. Потому что я прихожу устроиться дворником. Слушайте, у нас, блин, да, мы с фанатизмом пытаемся отбиться от этого фанатизма со стороны так называемых недружественных стран, что всех русских нужно уничтожать, избивать и там и так далее. И мы тут еще внутри. И директор, исполняющий обязанность директора государственной бюджетной организации, я лично прихожу устраиваться дворником, чтобы погасить жилищно-коммунальные услуги, долг. Выходит начальница кадрового отдела Снегирева, и говорит, Виктория. У нас полностью штат укомплектован, вы нам не подходите. И тут же сидят сзади, я поворачиваю камеру, и сидят иностранные граждане, которые ни слова по-русски не понимают. И их принимают на работу, меня не принимают.